Карагандинские полицейские объявили в розыск 36-летнего мужчину, который избил водителя скорой помощи. Ориентировка с фотографией и данными уже появилась на официальных сайтах. Сам пострадавший, получивший перелом носа и ребер, идет на поправку. Я посмотрел быстро на правое боковое зеркало, там никого нету. И по левой стороне смотрю, там молодой человек идет, на руке тумбочка. И он матом. Ну, как бы я внимания не обратил, и потом подошел к моей зеркалу, и говорит, Даша матерится, ты что так встал? Она мной. Я говорю, ну я же на вызове стою. И он дальше пошел. Обратно возвращается, тумбочки нету, и он обратно начал материться. Все произошло в одном из дворов Караганды. Сотрудники скорой помощи приехали на вызов к годовалому ребенку. Спецмашину водитель поставил ближе к подъезду пациента, что, видимо, сильно помешало кому-то из жильцов. Избиение на телефон сняла фельдшер. Водитель и раньше активно выкладывал ролики для социальных сетей. Вот и это видео набрало сотни тысяч просмотров за ночь. После вопиющего инцидента в полиции начали искать подозреваемого, но не нашли. 36-летний Нурбулат Дакибаев, уроженец Караганды. Прописан, правда, в Шымкенте. За избитого водителя уже заступились глава Минздрава и аким Карагандинской области. Они планируют разработать меры по безопасности тех, кто работает в скорой помощи. Полиция разыскивает подозреваемого, чтобы выяснить, что послужило причиной такой агрессии. В отношении гражданина, который нанес телесные повреждения водителю скорой помощи, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений из хулиганских побуждений». Установлено его имя, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.